Сегодня на пост номер один на завокзальном мемориальном комплексе заступили курсанты военно-патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Перед заступлением на пост ребята дали торжественную клятву. Заступая в почетный караул на пост номер один у Вечного огня, торжественно обещаю до конца своих дней быть достойны памяти тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, Великую Отечественную войну. Клянусь! Клянусь! Почетную вахту также будут нести у значимых объектов военной истории курорта. У мемориала хостинцам, погибшим в годы войны, у памятника адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной, у мемориального комплекса в честь 65-летия победы в Адлерском районе, а также у горки героев в Лазаревском. Эта акция направлена на укрепление памяти о славных победах российских войск, определивших историю страны. Нести вахту памяти – это в первую очередь возможность выразить благодарность предкам за то, что мы живем в мирное время.